Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 февраля. Сегодня я занимаюсь пикировкой вот тех редких коллекционных томатов, которые я показывала вам, где у меня козуля и все-все остальные, там по 2 семечка, по 3 семечка. Но я хочу сегодня сказать о том, еще раз, вот о повторном использовании грунта. Когда приходят вопросы, можно ли использовать второй раз грунт, я всегда говорила, что мы должны каждый отдельный случай рассматривать индивидуально. И я говорила, что если после посева мы пикируем, и томаты здесь просидели всего 2 недели, то, скорее всего, грунт у нас остается плодородный, он пригоден для повторного использования. И я говорила это все на словах, вот сейчас показываю вот этот грунт. Вот смотрите, эти у меня посеяны 7 февраля. Это вот там, где козула, и где все-все-все, которые я даже самые вот такие хилые, самые уродливые буду пикировать и буду выхаживать. Это вот наши дорогие иностранцы. Просидели они всего здесь 2 недели. Ясно, что они не скушали, не употребили никакие вот эти... То, что я осенью добавляла, суперфосфат, там калий, добавляла сейчас золу при посеве. Грунт очень хороший, но тут самое важное, что мы должны... учесть, вот я уже говорила, главное, чтобы в лотке не было ни одного заболевшего растения, чтобы все они были здоровые, и чтобы никакой плесени, никакой черной ножки, ничего не было. Вот все томаты, которые я распикировала, вот вы можете их увидеть, вот они там дальше стоят, их много, получилось 5 таких лоточков. Все томаты у меня здоровые, но я вот это вот то, что они... Некоторые маленькие были слабенькие. Это я не считаю за болезнь. Это будем выправлять. Но дело в том, что перед тем, как использовать грунт второй раз, я смотрю, нет ли на поверхности чего-то, каких-то там плесневелых пятен, каких-то очагов, нет ли перемычек черной ножки на растениях. Вот бывает, что вот здесь вот раз, и как черная такая, как перемычка, утоншение. Это грибковое заболевание уже. Я все растения при пикировке посмотрела, все корешки у них целые. Нет у них корневых гнилей, нет черной ножки, нет плесени, нет никаких... Ну вот вообще нет ни одного фактора, который мог бы меня насторожить. Это значит, я грунт могу использовать второй раз. Он хороший, плодородный. Естественно, что делать? Я сейчас вот последний раз сажу, я вытряхну его в таз, одену перчатки, прям весь перетру, распушу, и больше ему ничего не надо. Я снова в чистый лоток постелю и посею еще одну партию томатов, у которой уже будет более поздний посев, ну, любых. Вот это как повторное использование грунта. Но если бы хоть одно растение у меня срубило черная ножка, или если бы было пятно вот такое, как бывает, лохматое белое, как плесень, конечно, без обработки, даже если это грунт плодородный, даже если этот грунт хороший, вкусный, питательный, без дополнительной обработки использовать его нельзя. Вот это вот короткое видео про повторное использование грунта. О, какие-то куски соломы. Опять грунт какой-то странный. Но грунт, мы вчера говорили насчет грунта, что здесь то, что эти всякие кусочки и вкрапления, это даже хорошо. Все. А, еще хотела сказать, вот в этом лотке, где были такие редкие, коллекционные, дорогие, которых у меня по одному семечку, некоторые по 2, я, конечно, не делаю никакую выбраковку. Вот видите, вот какой сеянец попался. Где-то там бедная козуля, которая еле живая, еле-еле один маленький настоящий листик вылез вместе с хорошими, с большими, я и опоздавшие, и с кривыми семидолиями, и всякие-всякие беру, в надежде на то, что они потом выправятся и будут нормальными сеянцами. Тут не до хорошего внешнего вида. И как вы понимаете, что вот сейчас уже другая ситуация. В первой ситуации я говорила, что я все слабые выбрасываю, все такие, это там, где много семян. Видите, даже при пикировке, выбраковку иногда я делаю, иногда не делаю. Все индивидуально, о каждом случае мы должны думать отдельно и решать, делать нам выбраковку или нет. Вот этот лоток я распикировала весь без выбраковки. Буду выхаживать всех-всех дохлячков. Все, до свидания.